Сегодня истекает срок, в течение которого Россию должны покинуть американские дипломаты, объявленные персонами нон-грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Рано утром колонна автобусов выехала с территории посольства в Москве. Напомню, США в конце марта решили выслать сразу 60 наших дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании, в котором ряд западных стран бездоказательно поспешил обвинить Россию, последовали зеркальные меры. Москва, кроме высылки сотрудников посольства, потребовала закрыть консульство США в Санкт-Петербурге.